Жестокость одного человека в совокупности с безразличием десятка других стоила здоровья и едва не погубила жизнь молодой женщине. Александра Кудря возвращалась поздно вечером с работы и шла по обочине Арзамасской трассы. Неизвестный водитель сбил женщину и уехал, оставив ее умирать. Более того, Александра истекала кровью на дороге еще несколько часов, ведь ни одна из проезжающих машин не остановилась. Сама пострадавшая момент удара даже не запомнила. Я помню, что мне было ужасно больно, текла кровь, но никто не останавливался. Я видела того водителя, ноги, который это сделал. Естественно, головы понять не могла. Мне кажется, ее случайно переехали. Потом, наверное, водитель опомнился, что он переехал, и испугался или был пьян. Он скрылся, и его до сих пор не нашли. Я очень долго лежала на дороге, перед тем, как кто-то остановился. Хотя приезжали машины, я слышала. И вытекло очень много крови. Я видела, как кровь текла. Полицейские сказали, что ищут свидетелей. Но свидетелей нет, ночь, темно, никто ничего не видел как бы. Мне кажется, в свете фар видно, что человек лежит. Просто люди так ездят. У меня открытый перелом на левой ноге и вывих. На правой ноге закрытый. А самое страшное – это повреждение мягких тканей, что кожный покров нарушен полностью. Но это смотреть невозможно. У меня ноги как бы... уже начинают гнить. Я чувствую себя отвратительно, поскольку я нахожусь все время в лежащем положении. Я могу, конечно, так сесть слегка, но мне очень тяжело. И потом мне делают столько всяких лекарств, что... У меня просто уже голова ничего не соображает от этого количества. Этой семье очень нужна помощь. Во-первых, мать с сыном отчаянно ищет свидетелей этой страшной аварии и просит отозваться тех, кто 21 июня в 2 часа ночи мог что-то видеть на Арзамасской трассе на повороте на село Протопоповка. И, во-вторых, семья Кудря очень нуждается в материальной помощи. На лечение и восстановление Александра нужно 500 000 рублей. Таких денег у семьи, конечно же, нет. Так что, если вы хотите помочь, то обращайтесь на нашу горячую линию или пишите героям репортажа в соцсетях. Там есть все реквизиты для помощи.